Друзья, не так давно я нахожусь сейчас на станции Дорогожичи. Здесь вот этот мост был полностью затоплен. Там фейки еще с Кличком были. С головой его, может, помните. Так что все сейчас нормально, движение восстановлено. Автомобили ездят. Жалко, что тогда я не снял, как это все было затоплено под водой, как в Венеции. Но сейчас все уже нормально.